Трэш-хоррор чаще всего представляет из себя очень забавный фильм с мизерным бюджетом, где играют непрофессиональные актеры, а иногда и вовсе не актеры, и снимается это все, как правило, на очень дешевую видеокамеру. Люди творят искусство ради искусства. И их поток сознания не может ограничить цензура или мнение продюсера. И благодаря этой творческой свободе автор может рассказать историю так, как он хочет. Подобные фильмы, естественно, получаются очень смешными, наивными и непрофессиональными. Но как это ни парадоксально звучит, именно в этом вся их прелесть. У меня не было ни камеры, ни проектора, ничего. У меня просто было бешеное желание что-то снимать. Какие-то профессионалы, нет, фильмом не назову. Для меня это шедевр. Конечно, это все выглядело херово. Я собираюсь снимать кино. Ну, ты вообще в своем уме? А ты умеешь это делать? Независимое кино, оно на то и независимое, что ты ни от кого не зависишь и можешь делать чертное что. Это мракобесие какое-то жуткое, но я так это прямо обожаю. Смотрите эту хуйню, не смотрите!